Друзья мои, я в Швейцарии, Сент-Морис, и позади меня настоящая юрта от Louis Vuitton. Пойдемте зайдем и сделаем обзор. На самом деле сюда нужно записываться, но когда они узнали, что мы сами тоже кочевники, и сказали, заходи, вы из Кыргызстана. А видите, посерединке у них такой вот огонь, но это такой искусственный. Но выглядит все стильно. Когда я увидел эту юрту, я сразу понял, что я должен прилететь в Швейцарию и отснять для вас этот контент. Мне было очень интересно. Для нас, кочевников, это очень приятно, когда такая юрта стоит в центре города Сент-Морис. Самый крутой курорт Швейцарии. Люди специально приходят фотографироваться возле нее. И вправду же, посмотрите, как эта юрта выглядит очень круто. С другой стороны, у них есть терраса, можно сесть, кофе попить, чай, два входа. В общем, юрта большая, выглядит шикарно, стильно.